Дорогой Александр, мы не знакомы, но вот уже несколько лет, как я вместе с миллионами других граждан Украины слежу за вашей судьбой и ожидаю вашего возвращения домой. Новая весна несет новые надежды. Жизнь, возможно, не становится лучше или веселей. Не становится потому, что многие драматические истории, начавшиеся 4 года назад, еще не получили свой хэппи-энд. Не стали хоть и тяжелым, но прошлым. Рано или поздно это произойдет. Надеюсь, что рано, что скоро. В Киеве все ждут весну. Иногда идет дождь, по утрам туман. Но настроение само по себе меняется к лучшему, хотя ощущение тревоги никуда не делось, включая тревогу и за вашу судьбу. Берегите себя и помните, что Киев и вся Украина ждут вас домой. Искренне ваш, Андрей Курков.